Добрый день, коллеги, Андрей, Александр. Нам очень приятно в нашей маленькой группе, что вы уже преодолели две трети пути. Сейчас осталось совсем немножко. Обычно летчики расслабляются в конце пути. Убедительно настаиваем на том, чтобы вы не расслаблялись, потому что последние километры, они будут самые тяжелые. Скоро, очень скоро мы вас встретим у нас в нашей бабушкой земле, в нашем родном аэропорту Липки. Конечно, все выдохнут и вздохнут после того, как колеса вашего воздушного судна, шасси, коснутся аэродрома Липки, и вы зарулите наш ангар. Стоит, ждет. Александр Львович и Андрей Сергеевич, чтобы все у вас было в маршруте хорошо, чтобы самолетик летел, летите домой. Стал каким-то просто сумасшедшим, потому что он начинался, наверное, с какой-то идеи в чьей-то голове, а сейчас, мне кажется, пол Беларуси следит за тем, где вы находитесь и как вы скоро и быстро прилетите в Беларусь. Теперь у меня есть новая мечта. В моем виш-листе есть такая маленькая птичка «Хочу облететь мир», потому что то, что вы делаете, то, что мы видим, собственно, в социальных сетях, это просто какая-то фантастика. Вы сейчас просто самые счастливые люди, а мы ждем вас здесь и уверен, что все будет хорошо. Желаю вам безопасных всех приземлений и прилетайте домой. А еще Саша сказала, что вам очень идет борода. Обоим. Дорогие пилоты, хорошей вам ясной погоды, мягких посадок. Удачи. Желаю вам удачной погоды. Ждем дома. Ждем. На аэродром Липки. На родину Беларусь. Дорогие летчики Александр и Андрей, вы знаете, когда вся подготовка была ваша к полету, оно как-то, да, кругосветка. А вот сейчас, когда мы читаем ваши отзывы, смотрим, как вы передвигаетесь, люди просто в восторге. Я скажу, что все мои знакомые, все смотрят, видят и удивляются. Счастливого полета, мягких посадок, мы за вами следим, гордимся. Я думаю, что Родина, ну а мы уж точно по заслугам оценим ваш подвиг. Другое слово сюда не подходит. Я горжусь, что был вместе с вами в небе и буду вместе с вами в небе. Вот. И горжусь тем, что вы прилетите все-таки на наш родной, любимый аэродром Липки.